После нелегкого военного пути долгие годы ветераны продолжали участвовать в парадах Победы. Марши шли по центральным улицам городов, но время берет свое. Сейчас, будучи в почетном возрасте, многие герои Великой Отечественной войны уже даже не выходят из дома. Поэтому пару лет назад появилась традиция, которая реализуется и в Ленинском городском округе. Представители администрации вместе с артистами и музыкантами сами посещают ветеранов. Поздравляют, дарят подарки, артисты дают концерты под окнами. Один из героев, стоявших на защите Родины, Михаил Никитович Доля. Доброволец специального отряда КГБ, кавалер ордена Ленина, чей подвиг чтят и не забывают. К нему в гости пришли представители администрации Ленинского округа, чтобы вручить подарки от главы муниципалитета Станислава Катарова и от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Разрешите вас поздравить с праздником Великой Победы. Спасибо и пожелать большое. Вам личного здоровья, благополучия и мирного неба. С нетерпением ждали поздравлений и в доме ветерана Бориса Харитоновича Конельского. Война застала его 15-летним подростком. Юноша служил в артиллерийском полку, участвовал в освобождении Варшавы. Его грудь покрывают награды, полученные за боевые заслуги. Одна из них – медаль за взятие Берлина. Подвиг навсегда остался в сердце и на устах героя. Мы победили в этой войне, которая прославила всю нашу Родину на все времена. Да здравствует наша Красная Армия! Да здравствует 9 мая! Ветерана поздравил заместитель главы Ленинского округа Эдуард Арадушкин. Со словами огромного уважения, благодарности, низкий поклон за то, что вы сделали для всех наших поколений, для нашей страны. И мы будем вам всегда благодарны и всегда помнить то, что вы сделали. Спасибо вам, Борис Харитонович. Внучка Бориса Конельского отмечает, в Ленинском округе каждый год 9 мая для любимого дедушки готовят нечто особенное. Каждый год это проходит на высшем уровне. Музыка, оркестр, поздравления, администрация. Ну, мы с огромной благодарностью ко всем, кто это организовывает. В Ленинском округе проживает свыше 300 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 8 – участники военных действий, свидетели тех страшных событий. Это Михаил Никитович Доля, Борис Харитонович Конельский, Иван Григорьевич Сериков, Виктор Васильевич Жажин, Евгения Владимировна Белоногова, Галим Авхалиевич Ахмадиев, Раиса Степановна Харланова и Александр Александрович Ковальчук. Праздник пришел в дом каждого ветерана. Мы ежегодно навещаем, оказываем знак внимания от администрации, от губернатора, передаем адресные поздравления. Стараемся в этот праздничный день поднять праздничное настроение нашим уважаемым, дорогим ветеранам войны, детям войны, те, кто застал те суровые времена. Эти люди подарили нам жизнь и надежду на светлое будущее. Теперь наше время оказывать им поддержку и внимание. Инга Янчук, Алексей Стафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.